Всем привет. Привет. Приехали в Провкус попить кофе, а дальше держим путь в ювелирный магазин. Обожаю. Че, хотел тирамису? А нет тирамису. А в дули вам? Дули от мадули. Я бы вообще сходила в Золото Кафе. Там сертификата не было. Там есть такие красивые машины. Сейчас зайдем в Крым Золото, потратим сертификат, а потом пойдем в Золото Кафе и купим еще там украшения. Да. Я вообще не знаю, что мне нужно. Мне вообще ничего не нужно. Может, яички, сережки какие-то выбрать? Выбирай. Нормально, да? Их в расстроенных чувствах. А что у нас двое сухарей? А, это два сухаря. Да, еще суп. Мы в расстроенных чувствах, потому что ничего не подобрали. Ну, в Крым Золоте какой-то скудноватый выбор, на самом деле, какие-то конские цены. Вот. И где-то 2 часа мы прошалопкались. Сертификат действует до конца апреля. Не знаю. Будем что-то с этим думать. Я бы такая, что я бы его просто вернула, да и все бы. Мы бы пошли в другой магазин, но мне кажется, он невозвратный. Хотя на сертификате ничего не написано по поводу возврата, невозвратного. В общем, нужно будет уточнить этот вопрос. Но я не придумываю. Ты же видишь, что мне не идет? Ну, если не идет, ну что, как крови седло. Вот это вот ощущение, когда тебе нужно что-то купить, а тебе не нужно. Мужики, не дарите ни сертификаты, ни золото, ничего не дарите. Цветы, конфеты и до свидания. Да вообще не женитесь. Не женитесь вообще, да. Вообще нормально. Гуляйте себе, ветер в поле. В жопе дым. Да. Извиняюсь за мой французский, я просто немножко злой. Разошелся. Ладно. Сейчас поездка. Всем приятного аппетита. Сейчас поезд успокоится. Дикий зверь. Всем приятного аппетита. Ну, после твоих слов уже не до аппетита. Уже никто не хочет. Да, значит, мы взяли вот такой мураку салат с фетой и пекинской капустой. Вот это у него там крем-суп тыквенный. Еще у него картофа с мясом. А у меня запеканка почему-то такого огромного размера творожная. И салат с курицей и апельсином. И еще у нас есть компот. И нервный мужчина. Тыквенный суп ты вкуснее готовишь. Я вкуснее? Ну и то хорошо. А чечевичный твой, наверное, еще вкуснее. Да? Ладно, кушай, кушай. Настроение пусть повышает. Так, сейчас зайдем, сделаем заказик на вечер. Пиццы, суши, бар-доставка. Да? Да? Заказик сейчас сделаем быстренько на скоряк и поедем дальше. Так. Пицца. Ветчина. Не двойная, 30. Гавайская 30. И итальянская 30. Да. Не, пицца 4 должны быть. А мясную не убирали, а диктовали. С ветчиной, пепперони, гавайская, итальянская. Да, мясную убираем. Хорошо. Так, теперь так. Здесь. Теперь 2 с угрём Филадельфия. С угрём. А с креветкой 2 Филадельфия. Филадельфия лайт 2. Снежный краб 2 и авокадо 2. Да. Пришла. Я сижу, стою на тротуаре, и там идут люди, поэтому, чтобы не вызвали спецслужбу, я, пожалуй,
отойду. Отойду, да, и успокоюсь. Вот так. Где-то снег идет еще, а у нас уже весна. Самый красивый шампур, потому что он последний. Спецзаказ. Ага. Крайний. Можно сказать, сгорел. Самый горелый шампур. Они не дожарились. Понятно. Поэтому Сергей Петрович не выпускает его из рук. Вы ешьте недожаренные, а я самый красивый. Что? Да, вот есть. Дань, пожалуйста. Пиши комментарии. Петарда есть. Хотите еще? Меня она, по-моему, поет, да? Днем рождения тебя. Ура, ура, ура! Яська!